Будет вам удобно, вот как водителю? Конечно, будет удобно. Да. Желательно бы так было. А чем именно это будет удобно? Для движения проще будет. На однополосном периодически мешаются, у них скорость низкая, объезжать неудобно, так-то да. То есть было бы это удобно? Ну да. Не нужна полоса нам. А почему? Будут пробки еще больше. Еще больше, думаете, будет? Делали же по Ленинскому уже раньше полосу. Было еще хуже. Проще было бы движение, вы по своей полосе бы ездили и все, а то же они ныряют туда-туда, туда-сюда, туда-сюда, то вправо, то влево. Ну их как, их тоже можно понять, у них что вот еще от графика, что они ныряют, где-то не успевают. Где пробки, там и надо делать, что-то придумывать. Угу. В этих местах. Более оживленных. Да, утром пробки и вечером, где пробки создаются, там что-то надо думать.